Меня зовут Артем Жданов, и я гиперактивный ведущий. Ну вот это мне нравится уже как-то. Друзья, а теперь все вместе, привет! Я стараюсь сделать любое мероприятие не только максимально активным, но и максимально комфортным. Я предлагаю вам отгадать, что внутри этой коробки, чтобы заполучить это, естественно. У меня есть 4 очень легких вопроса, касающиеся жениха и невесты. Я остаюсь самим собой. Мне нужен человек, который знает вас от и до, но не родственник и не Рома. Мой диджей обладает тончайшей интуицией и чувствует музыкальную атмосферу на 100%. Кстати, он мой брат. Это семейный бизнес. Let's go! Я стараюсь сделать так, чтобы в нужный момент ваши гости получили именно то, что нужно прямо сейчас. Сейчас вам предстоит решить судьбу этой молодой пары. Кто будет первый, мальчик или девочка? Девочка или мальчик? Я прошу сделать много-много-много шума на мальчика. Больше цифр показала на мальчика! Я не всегда остаюсь гиперактивным. Иногда я могу быть и романтичным. Могу создать такую атмосферу, чтобы все заплакали. Дорогая, милая, любимая, прекрасная. Да. Неплохо. Сейчас она должна падать в обморок по нашему сценарию. Я никогда не говорю людям «ты» и не создаю неловких ситуаций для гостей. Ты! Так, ты! Ты! И все вместе! Знаете, чем я отличаюсь от всех остальных ведущих? Это же невероятно! Я не видел такого никогда! На нашей встрече я расскажу вам все в подробностях. Хотя нет, мне кажется, должны быть сюрпризы на вашем мероприятии. Дамы и господа, я рад приветствовать вас в нашем казино и рад сообщить, что сегодня вы проиграете все свои деньги. Итак, в номинации «Лучший директор филиала» по итогам 2014 года приняли участие Ставровская Анна, руководитель корпоративных продаж «Фольксваген». Это Теплов Руслан, арматурщик «Форд». Аплодисменты! Борисова Юлия, она идет сюда! Холошовский Максим! Если вы хотите выиграть русскую рулетку, то говорят, ставь на красное. Или одень что-нибудь красное. И тогда вам обязательно повезет. А еще у нас есть блэкджек. Для того, чтобы выиграть блэкджек, вам понадобится по-настоящему красивая женщина. Ну я вижу, да, здесь есть такие. Но для начала нужно познакомиться с этой женщиной. Так вот, познакомьтесь с красивой девушкой. Пригласите ее с собой сыграть в блэкджек. И вам обязательно повезет сегодня. Because you look so fine that I really wanna make you mine.
wanna make you mine. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah.